В Муравленко произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме. Благодаря очевидцам возгорание удалось вовремя обнаружить и вызвать пожарных. Сообщил прохожий, что виден дым из окна. По приезду обнаружили дым из окна, провели разведку. Пострадавших не обнаружено, подали ствол на тушение и предотвратили распространение пожара. Прибывшие пожарные справились с огнем в квартире оперативно. На ликвидацию возгорания потребовалось 5 минут. Одновременно из здания были эвакуированы все жильцы, дом обесточили электрики. Как выяснилось, возгорание произошло на кухне, вероятно, из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Хозяев квартиры не оказалось, они вернулись позже. Огнем повреждены стены, потолок кухни и холодильник. Материальный ущерб устанавливается. Несмотря на задымление, к счастью, медицинская помощь никому из жильцов не понадобилась, пострадавших нет. Жильцы стали свидетелями спасения кошки и собаки, которых пожарные вынесли из горящего дома.